пошел к московской элите учиться. Андрюха, да и прочие господа, друзья, товарищи, не дошел я до московской элиты, вернулся. Будем здесь закалять дух и тело, чтобы дождаться все-таки перемен и деколонизации. А чтобы дождаться, надо вести здоровый образ жизни и закаляться, чтобы во всеоружии пришло это время, и ты был готов его созерцать. Может, наши правнуки и дождутся. Господа, хорошие, не дошел я до московской элиты, решил вернуться к нашей питерской элите. Здесь будем ждать перемен, а их долго придется ждать, когда деколонизация наступит. Вот, а чтобы этого дождаться, надо вести здоровый образ жизни. Плавать хотя бы. Ну как-то так, господа. Вот так и ведем здоровый образ жизни. Выращиваем свою элиту, закаляем ее, чтобы легко можно было дождаться перемен в деколонизации. Спасибо природе, спасибо родине. Воскресенье сегодня, 6-е число. Пару-тройку заплывов сделаем, и будет хорошо. И ты, милый друг, господин, товарищ, веди здоровый образ жизни, и будет у тебя все хорошо. Правда, Скай? Дерзай. Ну, немного закалил тело и дух. А если еще удастся утроить выпуск продукции по гособоронзаказу и стройматериалов для Мариуполя, щитов настила для строительных лесов, да и прочей лабуды по импортному замещению, так вообще элита та, может быть, я к ней приближусь. А пока далеко, просто батрак. Правда, Скай? Мы с тобой батраки. Ну, дай лапу. Дай лапочку, Скай. Дай, молодец. Будем продолжать батрачить. Давай, давай, умничка. Все, будем продолжать батрачить и созидать, несмотря, что элита рядом или нет. Так что будем надеяться и поддерживать здоровый образ жизни, чтобы дождаться перемен и деколонизации. Ну и советую вести здоровый образ жизни, чтобы все было хорошо, как юный бодрый дед за 65 лет. Удачи вам, господа хорошие. Так что созидай и твори. Может быть, мы и дождемся результатов. Удачи всем.